Всем привет! С вами канал Территория Мужчин, и в сегодняшнем видео мы будем делать один из вариантов донной снасти под названием убийца карася. Для сегодняшней самоделки нам понадобится вот такая капроновая нить, две пружинки небольшого размера, три поводка с крючками, 5 кусочков термоусадочной трубки, один карабинчик и грузик весом 20-30 грамм. Ну что ж, давайте начинать. Отмеряем кусок капроновой нити приблизительно метр длиной. Просовываем вот такой маленький кембрик и вяжем тут удобным нам узлом. Я вяжу вот так. Лишний кусочек отрезаем и натягиваем нашу термоусадочную трубку, которую мы потом все вместе усадим. Вот так. Естественно, можно обойтись без этой трубки. Далее отмеряем приблизительно 10 сантиметров, где-то так, и вяжем петлевой узел. Петлевой узел вяжется достаточно просто, но я не уверен или покажу его на камеру. Так что вот картинка, как он выглядит. И сейчас будем его вязать. Вот так выглядит наш петлевой узел. Далее берем кормушку, пропускаем кормушку через нить. В нашей оснастке кормушки будут скользящие. Отмеряем тоже приблизительно сантиметров 10 и вяжем второй петлевой узел. Вот такой получился второй петлевой узел. Вставляем нашу вторую кормушку и через тех же 10 сантиметров вяжем третий петлевой узел. Итак, у нас получился третий петлевой узел, и через тоже можно 7-10 сантиметров пропускаем кембрик и вяжем карабинчик. Лишнее отрезаем и фиксируем термоусадочной трубкой. Так, наша снасть практически готова. Теперь нам остается только продеть наши поводки. Берем поводок, продеваем сквозь термоусадочную трубку. Вот так. И методом петля в петлю заводим в наши петли. Вот так оно получается. Фиксируем термоусадочной трубкой, которую потом усадим. Так, это у нас один поводок. Так же самое делаем со вторым и с третьим. Ну вот и все, снасть практически готова. Сейчас я только усажу трубки и покажу конечный результат. Итак, друзья, усадил я термоусадочную трубку, и наша снасть выглядит вот так. Как я уже говорил, кормушки у нас не зафиксированы, то есть кормушки у нас свободно двигаются. На данной оснастке рыба не самозасекается, по крайней мере, у меня такого ни разу не было. Оснастка изготавливается за несколько минут, в том числе даже на водоеме. Вот такая самоделка у нас сегодня получилась. Всем спасибо за просмотр, всем пока и до новых встреч!